Альбина Давыденко решила воспользоваться подпиской на СМС-уведомление от налоговой службы для того, чтобы своевременно узнавать о своих задолженностях. Для этого она оформила письменное согласие на рассылку. Теперь инспекторы будут информировать жительницу Самары о возможных долгах, начисленных процентах и штрафах. Информация отправляется пользователям один раз в квартал. Подключение к СМС и e-mail уведомлениям бесплатное. Это очень удобно, потому что мы не часто в личный кабинет, не каждый день смотрим, а это придет либо на телефон, на электронную почту. И я знаю, что все здесь сотрудники работают очень оперативно, очень по-доброму, все расскажут, объяснят, перенаправят, если надо, к другим сотрудникам. Удобство сервиса очевидно, отмечают те, кто уже успел воспользоваться услугой. Благодаря подписке на уведомления, налогоплательщик сможет избежать блокировки счетов и получит возможность оплатить задолженность или предоставить Федеральную налоговую службу доказательства об отсутствии долговых обязательств. Нередко срабатывает человеческий фактор, и счета выставляют ошибочно. Все мы с вами владеем автомобильным транспортом, квартирами, дачами, гаражами, земельными участками. Несмотря на то, что срок уплаты налога у нас единый 1 декабря, и каждый год мы эти налоги платим, иногда бывает, что налогоплательщики просто забывают. Если у налогоплательщика нет личного кабинета, и он не следит постоянно за состоянием своих, налоговых обязательств, то вот налоговый орган для этого направляет информацию, если вдруг у налогоплательщика появляется какая-то задолженность. Также появится возможность выиграть дополнительное время, чтобы решить спорную ситуацию. Если оперативно отреагировать на требования, то налогоплательщику предоставят статус, полученный в электронном виде. Это означает, что у юридического лица или индивидуального предпринимателя будет 20 дней вместо 8 на исполнение налогового требования, а у физического лица не менее 30 дней. Своевременное погашение долга поможет избежать штрафных санкций. Ольга Павлова, Елена Чернявская, Сергей Баскин. События.